Меня зовут Антон, мне 38 лет. Я родился в городе Иркутске в семье простых людей, простых рабочих. И они очень много работали, чтобы сделать меня счастливым, чтобы была возможность что-то мне покупать, радовать меня. Моя жизнь протекала, ну, маленько по-другому. У меня, наоборот, был хороший очень папа. Он меня родил поздно, ему было почти 50 лет, когда я родилась, и он вообще души во мне не чаял. Он старался делать все, чтобы я была счастлива, очень сильно баловал меня. И знаете, из-за того, что родители много работали, я очень много времени проводил на улице со своими друзьями. Я находил быстро очень друзей, был очень коммуникабельный, общительный молодой человек, юноша, и очень много у меня было друзей, но не все друзья были хорошие. Тогда как раз пал коммунизм, да, и пришла свобода в Россию. И, ну, очень много работали, родители очень много работали. И, ну, я была предоставлена тоже сама себе, хотя как бы все было для меня. У меня была своя комната, у нас была хорошая квартира. Ну, как-то акцент ставился больше на материальное, чем на общение с детьми. Ну и сколько я себя помню, со школы приходила, я всегда была дома одна. Ну, естественно, что делать ребенку? Он идет на улицу искать себе друзей. И в 15 лет я встретила таких друзей, которые были намного старше меня. Где-то в 9 лет я уже стал малолетним преступником, уже попал на учет в детскую комнату милиции. Меня искала милиция уже за серьезные преступления, которые делали взрослые люди. И через некоторое время я начал курить. В 13 лет я уже был очень опасным преступником. У нас была своя группировка, была банда в том городе, в том районе, где я жил. У нас было более 10 человек, и нам было 13 лет. Но взрослые мужчины, взрослые женщины уже боялись нас и прятались от нас, когда мы вечером находились на улице. Все протекало очень ужасно, и мы были очень жестокими. В 14-15 лет я уже ходил с оружием по улице, прятался от полиции, прятался от других разных людей, которые искали меня, потому что я делал много зла и много преступлений. У меня была большая ненависть к людям, потому что в 13 лет я потерял отца, он умер у меня от алкоголя. И я понял, что я безотцовщина, что я потерянный человек, мне было тяжело. И я думаю, в какой-то мере, из-за того, что моего отца не было рядом, мне было очень тяжело сформироваться как подростку, как молодому человеку. И я начал употреблять еще, думаю, по этой причине сильно очень наркотики, чтобы жить в каком-то другом мире, не в реальном мире. И ворвались наркотики в город Братск в то время. Просто заполонили. И все молодые люди, которые были уже подростками, стали употреблять наркотики. Ну и я попала тоже в эту зависимость. И примерно в этом же возрасте, в 15-16 лет, очень сильно у нас в нашем городе начала прогрессировать наркомания. И все мои друзья, кто-то уже в этом возрасте сел в тюрьму и получил большой срок за преступление. Мне удавалось скрываться, мне удавалось бегать и прятаться, и не попадать в тюрьму. Но я стал зависимым от наркотиков. Месяц употребляя наркотики, когда я поняла, что у меня началась ломка, я начала искать выход. То есть родители мои узнали через год после этого, что их дочь наркоманка, они были в таком шоке. И мы начали все вместе искать выход. 5 раз я лежала в наркологических клиниках, хотела бросить, но выходя оттуда, я все равно возвращалась в тот круг старых друзей и возвращалась опять к наркотикам. От тяжелых наркотиков, от легких наркотиков я стал очень сильно зависим. И ничего хорошего в этом не было. Почти сразу я понял, что я очень сильно обременен, очень сильно разбит. И внутреннее мое состояние было настолько тяжелое, что я просто не понимал, как я из этого выберусь. И мне было очень тяжело. Мне рекомендовали отлежать в разных клиниках,
посещать разные больницы. Я лежал, наверное, больше 10 раз в разных больницах. Выходил из больницы и опять начинал употреблять наркотики, делать преступления. И придя очередной раз к своему наркологу, я говорю, я больше не могу, я устала, я не хочу хотя бы мне лежать в больнице, чтобы мне не употреблять, потому что уже мне жалко и родителей, и здоровье у меня уже было подорвано на тот момент. Она говорит, Маша, тебе вот попробуй наркотики, ну, тебе не поможет уже наркология, дала мне адрес центра реабилитации. Большой-большой плюс был в том, что моя бабушка, мама моей мамы, она была верующим человеком, и она по-своему верила в Бога, она сильно не читала Евангелия, но она ходила в традиционную православную церковь и научила мою маму, а моя мама научила меня молиться. И с юности, с детства я молился, я носил разные кресты, пояса и делал различные обряды, и верил, что Бог меня хранит. И когда я делал преступления, и когда не делал, я верил, что Бог меня защищает и хранит. Моя мама тоже в то время, она ходила по всем церквям, и к баптистам, и к протестантам, и в православную церковь. Она, ну, стучалась из всех дверей, она боролась за меня и принесла мне Библию. «Маша, почитай Библию, может, тебе это поможет». Я прям так смотрю на эту Библию, швырнула ей в лицо, говорю, я никогда не буду читать эту Библию. Ну и после этого прошел один месяц, и я оказалась в центре реабилитации. Когда мне было уже, исполнилось мне 19 лет, мама моя пошла в православный храм поговорить со священником. И когда разговаривала с ним, рассказала, что сын преступник, что сын наркоман, что сын много творит зла. Этот служитель церкви накричал на нее и обвинил ее, что она вовремя не воспитывала, что в юности нужно было вкладывать христианские ценности, а сейчас поздно, сейчас помочь уже тяжело. И он ее сильно оскорбил своим вот этим вот укором. И она пошла и плакала сильно. И в одну из ночей после этого ей приснился сон, что человек, как ангел, с красивым лицом, со светлыми волосами, подходит и берет меня за руку. И все это происходило во сне, она видела это видение, как на кладбище, мы были на кладбище, и было понятно, что смерть где-то рядом со мной. Мама видела, что этот человек с белыми волосами, красивый, как ангел Божий, взял меня за руку и куда-то повел. На тот момент, когда я ехала туда, я почему-то думала, что это монастырь, что я приеду, лучше я буду монахиной, ну, монашкой всю свою жизнь, чем я буду наркоманкой. Я была уже на это готова. Спустя некоторое время одни из наших друзей увидели объявление на столбах, простые столбы вдоль дороги, висели объявления: «Наркоман, зачем тебе умирать? Приди к Иисусу». И мне предложили посетить собрание, где собираются верующие люди. И эти верующие люди организовали реабилитацию, сняли дом. И в этом доме принимают таких преступников, таких злых людей, каким был я, чтобы оказать им помощь, чтобы рассказать им Евангелие, чтобы молиться, и Бог даст свободу от наркотиков. Я не поверил, что такое может быть. Приехав туда, меня встретили ребята, молодые ребята, девчонки, которые уже были в центре, которые прошли уже какое-то время. И улыбка на их лице просто сияла. Я просто поняла, что что-то произошло с этими людьми. Они говорили: «Здравствуй, проходи, мы тебя любим, Иисус тебя любит, Он изменит твою жизнь, давай мы с тебя помолимся». Помолились за меня, а я привезла с собой огромную коробку всяких обезболивающих средств, потому что очень боялась этой ломки. Они говорят: «Убирай все эти средства, мы помолимся, Бог тебя исцелит, ты не будешь чувствовать ничего». И правда, я спала как младенец, у меня не было никакой ломки, это было чудо для меня. И когда мы пришли в этот зал, где было богослужение воскресное, где было собрание, я пришел вместе с мамой, она пошла на это собрание со мной. И когда мы смотрели вперед, и тот человек, который вышел проповедовать за кафедру,
открыл Библию и начал читать. Мама увидела в этом человеке, это был пастор той церкви, мы его еще не знали, увидела из сна, из того видения, которое Бог ей дал ночью. Второе чудо, которое я увидела для себя, это увидела семью, христианскую семью, мужа, жену, они недавно поженились, тоже бывшие зависимые. И я увидела, как он смотрит на нее с такой любовью, нежностью. И думаю, ну и про себя думаю, я хочу тоже так, я хочу тоже, чтобы у меня была такая семья, муж, который бы любил меня, чтобы не было никакой грязи, никаких измен в семье. Ну и это как бы, эта картинка просто стояла передо мной, я молилась Богу. Мне говорили, мы будем молиться за тебя, и Бог поможет тебе, но тебе нужно оставить свои грехи. Я сказал, как это сделать, как я могу оставить грехи свои, их очень много. Неужели я должен за каждый что-то за них принести, поставить какие-то свечи? Мне сказали, нет, ты можешь просто встать с нами перед Богом на колени и сказать, Иисус, я приглашаю тебя в свою жизнь, прости меня, прости все мои грехи. Иисус придет и будет в твоем сердце наводить порядок. Знаете, когда я прошел реабилитацию и восстановление, мне понравилась одна девушка, которая тоже уверовала. И я понял, что мы можем пойти по жизни вместе, мы можем быть счастливыми в Боге, мы можем создать брак с Господом и в Господе жениться, выходить замуж. И те пастыри, те служители, которые наставляли нас во всех сферах нашей жизни, говорили, что это правильно в Господе жениться и в Господе замуж выходить, хранить себя до брака, и чтобы в Господе рождать детей, и чтобы в церкви потом посвящать этих детей после рождения Богу на служение. Мы так и делали. Как раз в то время его отправили в Тайшет, в центр другой, открывать, помогать. И я начала скучать по этому человеку и поняла, что это мой человек. Антон сделал мне предложение. Я еще полгода думала, но потом согласилась. Искала Господа и... Мы на небольшое время поехали в другой город на миссию после свадьбы. Свадьба прошла, была в храме церкви Христа Спасителя города Канска. Нас благословили, нас было венчание, хорошее было время. Наши родные и близкие приехали на эту свадьбу и радовались вместе с нами. И вы знаете, у моей сестры не было детей, она не могла рожать детей, потому что у нее были определенные болезни, были трудности со здоровьем. Она пыталась лечиться, и она тоже начала молиться. И примерно в эти дни, когда они приехали на нашу свадьбу, они с мужем зачали, и через 9 месяцев у них родился сын. Это было большое чудо для нас. Так мы повенчали в церкви. Я рада. Сегодня я работаю, у меня своя парикмахерская. Воспитываем деток, все хорошо. Вообще было много чудес в нашей жизни. Сегодня они есть, потому что мы служим Богу. Мы верим в Слово Божье и стараемся применять Слово Божье в своей жизни каждый день. Встречаться с другими людьми, проповедовать им об Иисусе и делать их счастливыми. Мы живем сейчас в Красноярске. Я занимаюсь бизнесом. У меня бизнес в сфере услуг. Я строю дома, я строитель. И у меня прекрасная, очень прекрасная семья. Я самый счастливый человек на этой земле, потому что у меня есть хорошая семья, есть прекрасная жена, красавица, есть 3 деток хороших, прекрасных. Старшему сыну 14, девочке 13 и младшей девочке 5 лет. И они очень прекрасные. Сегодня, когда мы воспитываем своих 3 детей, я верю и я понимаю, что я должен быть хорошим отцом, чтобы слушать своих детей, чтобы разговаривать с ними, чтобы разъяснять им буквально каждый день, как нужно жить, как нужно смотреть в будущее, как быть самым счастливым человеком на этой земле, которым я стал, когда принял Иисуса Христа в свое сердце. Мы хотим, чтобы этот мир, он больше стал добрее, чтобы таких людей, как мы, было меньше, поэтому спустя все это время, уже больше 17 лет, наши церкви занимаются реабилитацией людей, восстановлением. Лично я сегодня занимаюсь, как служитель, как диакон церкви, адаптацией. Это люди, которые после реабилитации, которые прошли время, пробыли
срок на реабилитацию и выходят потом в этот мир, чтобы жить, чтобы трудиться, чтобы служить и становиться тверже и крепче, чтобы было легко потом вливаться, создавать семью. Мы снимаем отдельное жилье, и они вместе живут, мы вместе молимся, вместе работаем. Слава Богу, я очень рад, что я самый счастливый человек на этой земле. У меня, еще раз повторюсь, прекрасная семья, хорошие дети, хорошая жена, и мы все самые счастливые люди на этой земле. Также хотелось бы сказать людям, которые в зависимости, люди, которые разбиты, люди, которые не видят выхода для своей жизни. Может быть, это наркоманы, может быть, преступники, может быть, дети без отца, а может быть, безотцовщина при живых родителях. Всякое бывает. Я верю, если вы знаете, что есть центр реабилитации, если есть такая помощь рядом с вами, если есть такие верующие, которые занимаются реабилитацией, я верю, что нужно к ним обращаться. Я знаю, что нужно обращаться к ним, потому что они могут помочь. Так было с нами, и так было со многими людьми. Я однажды был на конференции в 2001 году в городе Ачинске. Я первый раз увидел более 2000 освобожденных, свободных наркоманов. И я был потрясен, что слава Божья такая великая, что Бог так сильно действует через церкви в разных городах, через служение реабилитации. Я просто призываю, если кто-то может отправить, помочь. Мы очень часто за свои деньги отправляем людей в другие города, лишь бы они спасались. Я пришла в центр реабилитации, когда мне было 17 лет. Все мои подружки, они то приходили, то уходили. И сейчас прошло почти 19 лет, и их жизни, они разбиты, а моя судьба, она полностью восстановлена. Просто не тяните, умоляю вас, не тяните это время, драгоценное время. Если есть возможность, не думайте, что я пойду позже, завтра, послезавтра. Бегите сейчас. Бог хочет творить чудеса прямо сейчас в вашей жизни. И не давайте дьяволу разрушать вашу судьбу. Время очень ценно, берегите это время и идите к Иисусу. На самом деле вы ничего не теряете, только приобретете радость, мир, жизнь вечную, прекрасных друзей вокруг себя. Мы благословляем вас, чтобы у вас все получилось. И когда вы примете решение и пойдете, Бог будет вам помогать. Молитвы верующих будут помогать. Мы благословляем вас, чтобы у вас все получилось, и вы были самые счастливые люди на этой земле. Да, много чудес в вашей жизни мы высвобождаем, много славы Божьей в вашей жизни, много славы Божьей в жизни ваших родных и близких, которые сейчас в зависимости. Мы верим, что Иисус, Он Бог всемогущий, и Он прямо сейчас идет, чтобы помочь тебе.